Отдельно. У меня Мерседес в Москве. Наталья, Мерседес. Ты сейчас встанешь и сядешь. Пошел, да, Сережа? Плотные ноги мои хоть подходят. Понюхай. Я держусь. Боже мой. Я не понимаю смысл этих штук, потому что я прекрасно их слышу. Овца. Кто ты? Громче. Не, если вы громко говорите, то я... Овца. Сама овца. Ну ты же слышишь. Звук... А, если треки записывать? Заклинило чуть-чуть. Нельзя! Нельзя, я! У вас... Красивые, а? Покажу, не, ну я уже показываю. А то есть до этого я ушла? Без вихрей, с ресничками, с натуральными. Я тебя вообще обожаю. Ой, вернее, с вихрями и с натуральными ресничками. Ну, все натурально. Ты прям такая лялька маленькая становишься. А так что, я большая лялька? А так ты как бабулька моя вообще. Мальвина с ресницами, а так красиво. Бабулька, говоришь? Ты, ты нарываешься сейчас. Дедок, нарываешься. Блин, вы в среду увидите такой ржач в счастливом кабане, это просто усаться. А я буду там? Нет, конечно, Саша, зачем ты там? Короче, очень веселый прямой эфир. Саша, ты обижаешься? Что ты делаешь? Мне нужно обидно вдвойне. Ты взял выкинул мои университеты. Новые глаза. Я посижу здесь, чтобы наш образ остался в голове. Фотки видишь? Нет, почему как-то публикуется странно? Почему? Карина не выше меня, подойди это. Я выше тебя. Ты не выше меня, подойдем к окну. И я тебе на лицо. Должно быть обидно Карине, что я только мужские туфли подошли. Это смешно. Но я выше. Кот, видишь, по плечу. Привет. Привет. В смысле? А если так? Все равно. Ну, это по ногам надо. Карин, ну ноги у тебя длиннее. А так? Бесишь меня. Блин, я что-то не скажу. Знаешь? Черкаши ток свои не забудь смыть. Ты думала, что это Санькин? Да
стрижка вообще ребенок. С одной стороны, это очень прикольно. Я сейчас для пяток нашла. Карина, вообще-то это расческа для волос. Давай быстрее. А то я тоже хочу. Я не знаю, что с тем мотоциклистом, но мне начали очень многие скидывать эти статьи. Размер ноги у нее 39-40. Аккуратно, ребенок! Подожди, не выходи. Подожди. Пошли. Подожди, стой, Карин. Господи. Он спать, подожди. Ой, подожди. Ой, подожди. Давай. Ты не задумываешься, что тебе будет плохо сегодня? Муж Карине, зачем Карине муж? Карин, ты хочешь, какого ты себе мужа хочешь? Сериал «Элита». Короче, есть такой сериал «Элита». «Элита», и там есть актер, который играет гей. А еще рак не заболел. Ря? Чуть-чуть спойлер. Аарон, как-то так называется. Как жутко. Аккуратно, руки еще. Зачем ей муж, у нее тачка в Москве? Блин, я что-то не знаю. Андер. Андер его зовут? Аарон, как-то так. Андер. Знаешь, что он взял за ним? Что? Твою Блин, Демид, нельзя! Саша тоже молодец. Хочешь понять? Ты выставила один раз видео, где типа первый раз ты пошла коллекционировать его одежду, и когда чувак такой показал Саша тоже напернулся. Нет. В интервью давали, он к тебе обращался, Саша такой. А? Угу. Я думала, смешно не будет. Андер — это в сериале, а имя его Арон. Арон. Я. Обычно на внешность смотрю. Спросите у Саши про Мурата из Ростова. Как-то не может. Я в шоке, почему ребенок не спит. Ребят, потому что у нас такой возраст, когда он спит очень часто днем. Да. Аарон Пайпер. Да-да-да. Сейчас, минут через 10, пойду кормить и потом укладывать спать. На кого ты похож, на? У кого? Демид, нельзя. На, смотри. На, смотри. Видишь, он танцует. Демид, давай танцуй. Чайка поближе, серенький поближе, вот так поближе. Лайка, доминочка, серенький доминочка. Считаем до 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да это слишком быстро. Карин, у тебя все слишком быстро. Блин, вы такие тоже умные. Скажите, пожалуйста, как ему делать режим, когда он не хочет спать? Он спит днем, еще раз днем, потом у него вечерний сон. Макака-бомба! Отвлекающий маневр сработал! Вот, поэтому, слушайте, родите своего ребенка и укладывайте его, сколько вы хотите. Ладно, двойная. Саша, ты еще на тренировке был? Да. По твоим ногам видно. Я их трогала. Смотри, отвлекающий маневр сработал.
Угол его манит, потому что там находится вон, видите, эта штука. Давайте поиграем в правду или лгис. Давай. Дивида, правда или действие? Дивид, правда или действие? Скажи. Та-та-та-та-та. Сейчас бегут свежие бумажки, а вам нравится спит или нет. У меня тоже ребенок 10 месяцев и тоже только сейчас укладывается, лишь бы... Да, это согласна. Надо переходить на два раза сна, извините, если обидела. Я молодая мама трех деток, я прекрасно вас понимаю, но у него сейчас такой период, если вы мама трех деток, вы должны знать, что если он не хочет спать, он не будет спать. А когда он хочет спать, он начинает хныкать, и мы его укладываем спать. Или что вы хотите, что когда он собирается спать, мы ему не должны это давать, потому что у него двухразовое это? Сань. Режим? А. Что? Нет, понимаешь? Димита! Димитка, иди сюда! Где ко мне мой озер? На-на-на! У него есть режим, он ложится где-то ближе к 12 и спит до 11. Вот, и вот его режим на данный момент. Когда он, вы просто поймите, он же устает от чего? По мере поступления его всяких движений, так скажем. Когда он чуть постарше будет и начнет уже бегать, то тогда, мне кажется, у него продолжительность тусовочного дня будет увеличена. Демида! Демида! Иди сюда. Без носков, потому что так ему лучше спать. Так она внизу куда-то поднимаешься. Он глазик оторвал от игрушки, там пуговица упала. Посмотри, Карин. Две. А, да, вижу. Две? Офигеть, какой ты поднимался. Подождите. Опс, подожди. Опс. Молодец. Блин, это игрушка пуфиха. Собрать или что? Так, если он... оторвал глаз, значит, он может оторвать второй. Да? Он спит в кроватке только. Может, не секунду подойдет. Секунда, можно? Короче, все, ребят. Это был очень смешной прямой эфир. Вот. Мы пойдем уже кормить малого. Вроде бы вчера только... Да. Поэтому все, всем спокойной ночи. Саша, быстро скажи, что ты меня любишь. Я тебя люблю. Нет, нормально, скажи, а то я же жена-тиран. Ты мой любимый тиран. Тебя бедного тут. Меня бедного затиранили. Эти. Любимка моя. Никого не слушай, не поддавайся на провокации. Слушай только слово. Ты родила, сказать. А теперь просто лети отсюда, пока я не разозлился. Быстро! Все, ребяточки, скажите мне пока! Скажи пока! Пока! Да. Да. Все, всем пока!